небесных, не раздраживай себе, если вести на землю сошеда и наше, все восприемайте Твое Божие, посижи на небеса, паки восшеды, одесную седы Бога, Отца, Божественного, Рой, Святаго, Единосущного, и Ненасильного, и Единославного, и сопресносущного Духа не спасла на святые свои ученики апостолы, и сим просвети бы оба их, и теми же всю вселенную, Христос, единый Бог наш, молитвы причитая, непренепорочные святые своей Матери, святых славностей, прихвальных богоправ, праведников и богоносных апостолов, и все святых помилуйте, спасет нас, яко благо человека любец. И снова и снова мы видим, мы сами убеждаемся и переживаем вот ту истину о том, что Царство Божие силой берется. Несмотря на то, что Господь дает нам туне благодать, но тем не менее воспринять и понести, и умножить – это наша задача, и это наш труд, и это тот подвиг христианской жизни, который мы должны совершать, вот именно, прилагая усилия, трудясь, как вот земледелец действительно на своем поле, в поте лица свое добывает хлеб, так и мы, вот, чтобы стяжать эту благодать, надо действительно пролить и пот, и кровь, и тогда мы становимся причастниками благодати и причастниками Царствия Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава ныне присно во веки веков. Аминь. У нас заканчивается Пятидесятница, у нас заканчивается учебный год, и мы хотели вот всех поздравить, кто участвовал от лица дирекции и администрации, вот поздравить всех, кто поучаствовал в этом учебном году, хотя он не совсем был полный, все те планы, которые мы собирались, они не удалось исполнить, но тем не менее надеемся, что благодатью Господь восполнит вот этот вот недостаток, и главное сохранить вот это единение, это общность вот эту, сохранить ритм и духовной жизни, и жизни учебной, вот, для того, чтобы в новом году учебном продолжить вот ту трудную, но тем не менее важную и спасительную миссию познания закона Божьего. Еще раз всех поздравляю, наших причастников дорогих, с принятием святых Христовых тайн. Мы очень долгое время были в разделении, мы даже не успели вам артос раздать, потому что верное воскресенье была последняя служба здесь, и после этого все, закрыли двери храма, и мы не смогли с вами общаться так очно, так вот молитвенно только общались и с помощью интернета. Но вот сейчас раздадим вам артос, который был освящен на Святой Седмице. Хранимся Господь, Матерь Божия, с праздником, помолимся благодарственной молитвой. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе.